Сегодня будем опять красотой заниматься. Вот этот переход тут надо сделать. Сейчас замою все. Напыление сделаю небольшое. Надо поотдирать вот эти вот штуки от скотча двухстороннего. У меня, кстати, осталось чуть-чуть пигмент и лак остался от бампера. Сейчас сниму вот эти вот решетки. Значок сниму. Замою все, чтобы чисто было. Попробую сверху так переход плавный сделать, а то тут капец, короче. В общем, продолжаем работу с лакокрасочным покрытием. А вы смотрите до конца. Может, я все правильно сделаю, может, где-то на рукожоплю, как обычно. Но это не точно. Ладно, помчали вперед. На мокрой машине, конечно, все видно капец. Мне главное вот эти вот убрать квадраты, вот эти локальные точечки тоже. И вот этот переход сделать более-менее такой вменяемый. Так, сейчас сниму решетку и значок, и тогда буду продолжать. Оно как раз высохнет пока. Так, нос даже снял. С ними надо поаккуратней. Потому что тут, ну, очень нежные вот эти вот ушки. Видите, у меня одно уже треснуто, а одно отломанное на одной ноздре. Хотя снимал аккуратно. Но это до меня было. Это снялось все в порядке. Надо быть аккуратнее. Я вот думаю, может, поставить черные сюда. Мне как-то серебристые они, блин, не очень нравятся. Ладно, сейчас буду снимать этот самый значочек. Передний значок снимается довольно-таки легко. Тут резиночки такие. У меня, кстати, есть новые, я заказывал. И оно просто защелкивается на них, и все. Обычной пластиковой лопаточкой снимается. Хорошо, что снял, видите, надо всю вот эту грязь тоже вычистить. Потому что некрасиво. В общем, что я вам скажу. Чуть-чуть позачищал места проблемные. Еще раз обезжирил, закидал машину фуфайками, уже обклеивать не буду, но его в баню потом не отмоешь, этот скотч двусторонний. Сейчас буду пробовать остатками краски подправить, чтобы был плавный переход. Ну вот, моя многострадальная машинка уже приобретает более-менее вид нормальный. Так, переходик я забацал, не знаю, правильно, неправильно, но уже смотрится огонь. Уже не видно этих визерунков, что я напшикал. Сейчас сверху надо будет еще лаком, когда засохнет, и будет вообще по красоте. Как новая будет. A few minutes later.
Так, прошло минут 15. Продолжаем делать неописуемую красоту. Тут осталось чуть-чуть лака. Надеюсь, его хватит. Сейчас быстренько дуну по проблемным местам. И будет красота. Ну так уже смотрится гораздо лучше, чем было. Так, если краска прикольная, но лак просто говно. Отстойная причем. Видите, что она делала? Просто белой хренью какой-то покрыла. А-а-а, как пыль. Ну, сейчас буду эту дичь как-то убирать. Необычненький цвет получился. Белое напыление, видно такое? Ну, как бы без рукожопства у меня что-то совсем не получается. Ладно, сейчас попробую это все сполировать вручную. Вообще, по-хорошему, надо красить полностью. Ну, я, наверное, закажу этот самый еще комплект краски оригинальной BMW. И тогда лаком тем задую. Но так переход нормальный, так необычный. Цвет необычненький такой. Короче, как-то так. Сейчас жду, пока засохнет, и буду пытаться сполировать. А с этого ракурса цвет вообще огонь. Я думаю, может так оставить. Креативненько. Как моль побило, блин. Все-таки немцы делают классные машины. Насколько вот я со своим рукожопством ее ремонтирую, блин, ну все лучше и лучше становится. Ну как так? Это все-таки немецкие технологии. Ладно, чуть-чуть еще подождем и будем полировать. Короче, просто лак говно. Он не нанесся, а такой как пылью напылился и все. Сейчас попробую это все сполировать. Ну, буду вручную сполировать, чтобы сильно пигмент не похерячить. И буду пробовать потом нормальный лак купить, нормальным лаком задуть. Мат плавно переходит в глянец. Красота. Так, ладно, я думаю, заполировать получится, но надо машинкой. Сейчас я уберу вот этой кожаной штукой. А потом уже, возможно, в дальнейшем, когда лак новый поступит, залью лаком и тогда уже заполирую машинкой. Ладно, продолжаем тяжелый труд по полировке ручной. Ну, уже получше гораздо. Конечно, оно еще все видно, но еще пару раз пройтись. У меня, кстати, воск есть. Я думаю, может еще воском тирануть ее. И тогда будет все красиво. Но хоть не видно этих, блин, убожеских пятен теперь. Теперь другие убожеские пятна. Ладно, будем продолжать. Короче, руками полировал. Оно, конечно, уходит, но это не то. Взял дрельку. Сейчас с легенькой полировочкой
пройдусь, посмотрим, что оно получится. Ну что я вам скажу, процесс идет, машинка преображается, уже блестит, но это паста полировочная, не знаю, надо вытереть. И тут, конечно, поприлипала паста, то сейчас еще буду проходиться. Ну что я вам скажу, немцы делают вещи. Какая-нибудь божественная Toyota в моих руках уже давно закончилась. А BMW, видите? Крепыш какой. Все краше и краше становится. Ладно, все это лирика, будем продолжать. Ну, огонь. Особенно если сдалека смотреть. Ну, гораздо лучше, чем были вот такие пятна. Это еще остатки этого самого полироля. Ну, в принципе, оно заполировалось нормально. Короче, подсохнет, еще вытру. Оно белыми пятнами возьмется. Ну, надо теперь дождаться нормальной краски. Закажу еще комплект BMW-шной краски для подкрашивания. Буду мучать капот дальше. Ну, уже намного красивее стало смотреться. Смотрите, какой автомобиль шикарный, заграничный. Конечно, пятнышки чуть-чуть видно, но капот блестит. Даже вот тут вот все, видите, как все блестит. Заполировалось. Оно, конечно, перехода уже не видно, но, не знаю, надо съездить помыть и воском натереть. Я думаю, будет огонь смотреться. Ну, в общем, вот такая красота у меня получилась. А? А? Особенно как вот так. А? Красота, красота, чтоб никто не видел косяков. В общем, всем спасибо, что смотрели мое рукожопство. Надеюсь, в следующий раз не буду рукожопить. Ну, как бы не на рукожопишь, в следующий раз не получится по-нормальному. Ладно, всем спасибо, всем пока, всем до новых видео.